Это у нас лоббио гречка с красной фасолью, с зеленой фасолью, с морковочкой по-корейски, с лучком. Такая вкуснятина. Делается очень просто. Гречку замочили на ночь. Можно даже и не варить. Потом только кипяточком окатить. Сама сварится, она уже жареная. Вон. Коричневая, значит жареная, зеленая, живая. Фасоль тоже замочили на ночь в воде. Утром отварили. Минут 30 варим, 40, чтобы треснуло. Морковочку на корейской терочке натираем длинненькую такую, чтобы вид у нее был более-менее. Фасоль тоже отвариваем, зеленую. Морковочку можно даже не обжаривать. Лучок обжариваем, если надо лучок, добавляем. Перчик солим, там перчим. Ну, с соусом с каким-нибудь. Красота, вкуснота, сытно, полезненько.